Привет. Я нахожусь в столовой нашего школы Эвенского. Okay. Now. И здесь проводится. Right now, I want to. Everybody have a pink sheet. Okay. This is a song. Превратилось в такую небольшую сцену. A original song written by Evan students. И вот нам хотят показать программу. It is called Congratulations to a Happy New Year. Столовая такая большая. And right now, I want to invite all the students in my citizenship class. Come up here. Смотреть. Come up here. И одновременно кушать. So while they are doing that, this is to the tune of Oh My Darling Clementine. Okay, a short verse. Okay? So you have the Chinese transliteration underneath the Chinese words. So we're going to practice, okay? So. 新年好,新年好, 祝贺大家新年好。 我们唱歌我们跳舞, 祝贺大家新年好。 раздали розовые листочки. Let's do the English part before the whole group sings, okay? И нужно спеть. Happy New Year, Happy New Year, congratulations, Happy New Year. We are singing, we are dancing. Вот реальная дружба народов. Happy New Year. В словах. А действительно, движение среди людей, школа поддерживает эти такие начинания. И вот выступление идет артистов сейчас. Сейчас они будут подпевать. Китайцы, которые учатся в этой школе, вышли на сцену. И сейчас попытаются они хором спеть эту песню. Под одну и ту же музыку написаны слова, которые можно петь все вместе. These are students in my citizenship class, okay, at 7:15. They took it upon themselves to write this song and put it together, okay? Это получается, I'll just there to help. На сцене преподаватель школы Эванс, но он сам по национальности китаец. И вот он организовал. Вот. Сейчас они будут по-английски, по-китайски, а потом... После того, как на китайском сейчас второй куплет, они будут петь на английском. Артисты вон готовятся. Now English two times. Вот теперь на английском. Happy New Year, Happy New Year. Congratulations, Happy New Year. We are singing, we are dancing. Congratulations, Happy New Year. Это флаги тех стран, ученики которых обучаются в этой школе. Школа такая интернациональная, демократичная. We are singing, we are dancing. Congratulations, Happy New Year. Two times Chinese again, okay? Let's do a little faster, okay? 新年快乐,新年快乐. Начало представления. Артисты встали на свои исходные места. И вот начало представления. Let's give them a big hand, the Guanyang Li Group. Одна из основных. Which
участников китайского Нового года, драк, он стилизованный такой. Вот ребята, студенты, нашли эти костюмы и вот ставят такую сценку. Это два человека, которые изображают двух драконов, видимо, мужчину и женщину. Мужчина, наверное, красный, зеленый, в шарфике. Это, наверное, женщина. Новый год, любовь начинается новым годом. С интересом смотрят данное представление. Обиделся, видимо, большой конь. Мужчина обиделся. Девушка проверяет. На что же он обиделся? И пытаются его поднять. Вот если вспомнить, что это два человека, то интересно. Смотрите, как они работают на паре. То есть второй человек, не видя, что делает первый, должен чувствовать движение. Вот. Ожил второй конешка, после того, как девушка к нему подошла. Говорит, что у него все нормально, он жив-здоров. И радуется он. Первый, видимо, должен быть подвижный, а второй более сильный, потому что задние ноги. Это человек, который поднимает передние ноги. Вот. На нас идут они. Совсем рядом. Работает с залом. Подходит к залу. Моргает. Что-то он к нам подходит. Погребушки у него такие веселые. Веселый такой. Мексиканец. Тяжелый пассажир. Недовольный. Кто-то охотно, кто-то с опаской. А работает. Вот он такой хороший. Окей. Аделина тоже снимает. Хай! Привет, привет! Привет, привет! Ты тоже снимаешь? Окей. Chinese New Year. Yes. Yes. Аделина, это мы с ней учились. В предыдущем классе и катались на Magic Six Flags. Все, первый этап закончился. Сейчас они должны закончить. Опа! Вот друг на друга встали. Wow! Let's give him a big hand. Okay? Yeah.
поправляет, вот как это делается. Все. Артисты закончили свои. And they'll be back to give us some more of this breathtaking. Будем ждать другого. Now, hands. We will have a group of Tai Chi. Вторым номером будут женщины. Видимо, с зонтиками. Дядечка. Сойдется на артистов, каратистов.